Нынешняя нестабильная экономическая ситуация в России требует оперативных мер, подчеркнули в ходе круглого стола. Малому бизнесу сегодня нужно быстро адаптироваться к новым условиям, перепрофилироваться, найти новые ниши, рынки сбыта. Сегодня у бизнеса немало проблем. Это и размещение объектов, и арендная плата, и кредитование. И всех их нужно решать совместными усилиями. По работе круглого стола приняли участие представители городской администрации, торгово-промышленной палаты Сочи и вновь созданного сочинского отделения Общероссийской общественной организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России». Это площадка для эффективного профессионального диалога владельцев и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса и представителей органов власти. Сочинское отделение организации инициировало проведение в Сочи крупного форума. Сюда 19 марта съедутся представители региональных отделений, таких по стране 83. Познакомиться с инвестиционным потенциалом Краснодарского края и региональными антикризисными программами поддержки бизнеса. Хотели бы получить от предпринимателя обратную связь. Есть какие-то, что сейчас эффективно, что неэффективно, и с тем, чтобы мы могли какие-то решения, которые удачно прошли в других регионах, использовать у себя в Сочи. Также в рамках форума планируется поездка в соседнюю республику, встреча с лидерами организации «Опора Абхазии».